Настало время для большой перемены. Мы имеем в виду всероссийский конкурс для активных и стремящихся к развитию молодых людей. В Мурманске уже состоялась встреча, призванная подготовить участников к большому событию. Эта встреча организована для того, чтобы участники всероссийского конкурса «Большая перемена» смогли объединиться и поработать вместе на мозговом штурме. Учитывая опыт прошлого и настоящего, ребята выстраивают желаемую модель будущего и намечают пути ее воплощения в жизнь. В прошлом году у нас было 5 финалистов среди школьников. Девчонки все стали финалистами, и одна стала победителем категории 8-9 классы. Ну, если смотреть на статистику, то, конечно, да, количество финалистов в конкурсе увеличивается. Конечно, хотелось бы больше, но для этого и проводим такие мероприятия. Конечно, хотелось бы, чтобы наши лидеры более подробно рассказали о конкурсе, о том, какие особенности у этого конкурса, какие сложности, потому что, пройдя вот эти этапы, как финалисты, как победители этих конкурсов, ребята уже понимают, что ждет на каждом этапе, какие сложности, какие подводные камни. В форсайт-сессии приняли участие около 50 обучающихся из Мурманской области. Они члены региональной команды конкурса «Большая перемена» и детского совета регионального отделения «Движение первых». Ну, этот конкурс, он вообще уникальный для наших школьников. Во-первых, он самый большой в нашей стране. Этот конкурс предоставляет колоссальные возможности. Вы можете поступить в вуз своей мечты, выиграть большой приз денежный для поступления, ну и вообще прокачать свои навыки как специалист в своей профессиональной сфере. Испытания входят в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его проводят по 12 направлениям – наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность, а также развитие образовательных технологий.